Татьяна Дрыгина. Вы сейчас видите, какая она гениальная. Тогда наступает мой час, когда, задевая крышу, ночные плывут облака, с собой от теней в тишину, когда мои мальчики спят, и я их дыхание слышу, по комнатам темным брожу, поскольку едва ли усну. Кто знает, какая цена падением их и победам, пока мои мальчики спят, мне страх не сжимает виски, пока они не унеслись к игрушкам и к велосипедам, к машинам и к выстрелам в спину и к прочим забавам мужским. Вселенная дышит во сне тревогой моей и любовью, угрозой моей и мольбой к незримому злому врагу. Пока мои мальчики спят, я их прикрываю собою, а больше уже ничего. Остап спросил, а почему ты больше ничего не можешь для нас сделать?